Билет номер 24. Допускается ли при подъезде самоходной машины, прицепе или рабочей машине нахождение людей между ними? Никто не допускается. Можно ли работать на тракторе в закрытом помещении без необходимой вентиляции? Запрещено. В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины? Не допускается во всех случаях. При какой остаточной высоте почвы зацепов рисунка протектора шин ведущих колес самоходной машины запрещена ее эксплуатация? Более 5 мм. Допускается ли эксплуатация самоходной машины без ограждения хвостовика вала отбора мощности, если вал отбора мощности не используется? Причина сообщает. Нельзя. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины в отсутствии предусмотренных конструкций для защитных фартуков и брызговиками? Запрещено. Основные признаки артериального кровотечения — это пульсирующая или фонтанирующая струя, РКЛО.